Присоединяйтесь к проекту телеканала «Июнь. Народные новости». Делайте новости сами. Рассказывайте о том, что вас волнует, интересует и удивляет. Покажем все в новостях. Народный корреспондент, которого выберут зрители, получит подарок. Вот что сняли междуреченцы сегодня. Дорога закрыта, фура преградила путь. В магазине идет разгрузка. Как пешеходам попадать на другую сторону, не нарушая правил дорожного движения, никто не объяснил. Когда междуреченцы прекратят распевать на аллеях города? Такой вопрос задает телезрительница. Где ходят дети, где ходят взрослые, с колясками. К озеленению готовы. В городском парке, несмотря на дождь, заготовили десятки лунок как раз ко дню посадки леса. День открытых дверей. В детском саду «Золотая рыбка» организовали концерт для родителей. Воспитанники показали, чему научились за этот год. Присылайте свои фото и видео. Сделаем новости вместе.